Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Наша сборная сыграла матчи в Лиге наций, победила и продолжает, так сказать, уверенной поступью идти в своем правильном направлении. Чемпионат России. Началась следующая страничка, вторая, треть нашего чемпионата, состоялся 11-й тур. Ну и уже буквально сегодня, те, кто смотрит нас в прямом эфире, буквально через, сколько там, чуть меньше двух часов, ЦСКА играет в Лиге чемпионов, завтра играет «Локомотив», послезавтра и остальные команды в Лиге Европы. В общем, нам есть о чем поговорить в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Узалевским, Илья Розенблат и Константин Щербиненко. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Ну что ж, друзья мои, давайте начнем с обсуждения чемпионата России. 11-й тур. Он выдался достаточно интересным, примечательным и, я бы даже сказал, неожиданным на свои результаты. Давайте вспомним сами и нашим телезрителям напомним, какие результаты были зафиксированы после финальных свистков. Итак, Краснодар-Ахмат. Краснодар дома проиграл со счетом 1-0. Спартак-Арсенал у себя дома проиграл со счетом 2-3. Динамо у себя на поле победила 1-0 и притормозила «Зенит» в его чемпионских амбициях. Уфа-Рубин 0-0, Урал-Крылья Советов 1-1, Оренбург-Енисей 0-0, Локомотив-Ростов, очень интересный матч, закончился со счетом 2-1, ну и Анжи-ЦСКА, ЦСКА на выезде победил одну из последних команд в турнирной таблице. Ну что ж, давайте начнем с места, как говорится, в карьер. Не успели мы отдохнуть от истории Глушакова и Ещенко, которых отправили в дублирующий состав. Не успели мы отдохнуть от истории Кокорина и Мамаева, как еще одна новость практически громыхнула на все пространство нашей страны. «Спартак» проиграл «Арсеналу», ну, это, наверное, еще полбеды. А то, что «Спартак» после этой встречи уволил главного тренера, проиграв со счетом 2-3 тульскому «Арсеналу», это, наверное, было для многих неожиданностью, а для многих и, наверное, все-таки фактом готовились к нему. Кирилл, давай немножко об игре. «Спартак» вел два раза в этой встрече, и «Арсенал» смог отыграться, и в итоге все-таки забил мяч победный, да, но я бы отметил, что забил победный мяч на 63-64 минуте, то есть время у «Спартака» было для того, чтобы отыграться, это не на 90-й, да, минуте. Почему не сложилось? Ну, почему не сложилось отыграться, это вопрос второй, надо все-таки, мне кажется, матч брать целиком, прежде всего. Всех удивил состав, который выпустил Каррера. Практически экспериментальный состав в обороне. Вышли в основе играть Кутепов и Петкович, которые... Кутепов игрок сборной. После травмы вернулся, он играл весь чемпионат. Ну а с кем ему? Он с «Арсеналом» выходил на первую игру. С кем ему надо было начинать первую игру? В общем, оборона была поменена на 50%. Это много для оборонительной линии. Тем не менее, вышел в основе играть Ташаев. Вышел, да, Камбаров играть. Потом уже, когда Каррера, он, мне кажется, понимал, что будет его последний матч, он сказал, что Камбарова он выпускает из-за лимита. Исключительно такой подход. «Спартак» продемонстрировал ту игру, которую он и демонстрирует в домашних матчах на протяжении, такую же стабильность неприятную на протяжении трех матчей. Ошибки в обороне из-за несыгранности игроков. И мне кажется, не столько даже вина Каррера, сколько вина игроков, потому что, в общем-то, ходили, есть информация, что игроки были за Каррера. Ну, ребята, вы не выложились на поле, вы не достигли результата. Теперь можно сколько угодно горевать о том, что тренер ушел. Каррера сейчас, сегодня вечером, организовал вечеринку для игроков «Спартака», туда все пришли, кроме Глушакова. Даже Жига, наш травмированный с крестами, на костылях пришел. Может, угодно призналась тренеру в любви, но прежде всего надо это делать было
на поле. Поэтому я согласен. Мы потеряли. Я согласен. Как любитель статистики, ты да, напомнил о том, что «Спартак» три игры подряд проиграл домашние встречи. Да. Такого не было 14 лет, чтобы «Спартак» проигрывал три матча подряд у себя. Я помню, была очень-очень серия. Тренировался такой Рига Саки, по-моему, был. Да? Угу. Тренировал, был, да, там «Спартак» потерял 6 поражений, если не память не изменяет, подряд. Видимо, это оттуда. Опять же итальянец. Да, видимо, это оттуда. Серия. Говоря же про отставку Каррера, я был убежден, что если мы здесь проиграем, Федун в жизни не вытерпит 3 домашних поражения подряд. Это не в его стиле. И опять-таки в его стиле это любовь к смене тренера. Были подковерные игры. Говорят, что главным паровозом и инициатором этой отставки явился Наиль Измайлов, это заместитель Федуна. Ну, а в команде это был Глушаков, это уже сейчас абсолютно не скрывается, то, что он... И вот уходит Каррера, и в состав возвращаются Глушаков и Ещенко. Причем, если с Ещенко Каррера попрощался, то с Глушаковым расстались холодно. Не пожав друг другу руки, я бы так сказал. Вот. И готовятся акции на стадионе. С Карреру полюбили все. Не только женщины за его такой импозантный вид. Да, соглашусь. Да, и болельщики тоже готовятся. Акция в поддержку тренера против Глушакова. Я могу добавить, что со времен Романцева у «Спартака» не было такого искреннего, такого влюбленного в футбол человека. В общем, я очень горюю о потере этого тренера. На мой взгляд, ему не хватило руководящего опыта на длинной дистанции. Он не смог удержать коллектив. Друзья, прежде чем мы перейдем как бы к обсуждению, да, я небольшую опять-таки справочку подготовил. Сколько было в «Спартаке» тренеров и сколько они отработали. Итак, за 15 лет, да, начиная с Романцева, за 15 лет в «Спартаке» отработало 12 тренеров. 12 тренеров за 15 лет. Тренеры менялись в 2003-м, 2004-м, в 2006-м, в 2007-м, в 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2012-м, 2014-м, 2015-м, 2016-м, и карьера последняя оказалась в 2018-м. Ну, то есть можно говорить, что карьера рекордсмен. Ну, в какой-то некоторым степени. Образом, который отработал 2,5 сезона с командой. Да, соглашусь. Уровень соотношения числа побед, поражений и ничейных результатов Каррера после Олега Романцева идет на втором месте. И у него довольно красивое количество матчей, там более 100. Вот. По статистике, как бы Каррера, в принципе, наверное, многих там предшественников, даже Черчесова, там превзошел, да, хотя там поражение было там у Черчесова меньше. Нет, если... там идет на первом месте, ну, не брать Романцева, 58% Каррера, 56%, кажется, Черчесов на втором месте, да. А на третьем, кстати, как ни странно, Карпин, там 54%, что ли, Да. Не, ну не будем забывать, что, если мне память не изменяет, Карпин привел к серебру «Спартак». Да, второй месяц. А Каррера чемпионом сделал «Спартак». Да, Черчесов привел тоже к серебру. Как и Старков. Ну и Старков, Да, опять-таки, тоже к серебру привел. То есть такая серебряная... Саки я не знаю, Да, нет, по-моему, нет. Нет, он ни к чему не приводил. Нет. Хорошо. Да, Сергей, по поводу тренерской отставки Каррера, да, мы говорили о том, что действительно... Слушайте, тренер, не Саки, наверное, тренер... Скала, Невио Скала был такой тренер. Правильно, Невио Скала, конечно. А я Рига Саки. Невио Скала, пардон, да. Невио Скала, конечно, по-моему, в 2004 году, если на память не изменилась. По поводу тренерской отставки, действительно, Каррера-то влюбил в себя не только, наверное, болельщиков «Спартака», понятно, за 16 лет... Не было чемпионства у «Спартака», да, он привел к этому чемпионству. Помните все эти истории, да, как они, как же сказать-то, выпивали на стадионе, и Миллеров купили, и вообще был такой большой праздник. Казалось, что вот она, семья образовалась, и произошел какой-то, не знаю, раскол в семье. Ну, я не знаю. Олег, ты вот статистику любишь, там тоже вот Бесков считается, ну, у спартаковцев, у динамовцев, там, ну, великим тренером, да, и уважают. Спартак очень, ну, не то, что уважают, любит этого тренера. И вот я недавно был, ну, то ли день рождения, то ли годовщина смерти Бескова, и там приходили болельщики «Спартака» и «Динамо», возлагали цветы, шарфы. Но если взять статистику, Бесков сколько раз приводил «Спартак» к чемпионству? Не скажу. Еще в СССР. Я тоже там, не скажу. Ну, там, мне кажется, раза два, наверное, всего. Так. Да, но не больше. Так.
Вот. И взять, тут человек выиграл чемпионство, да, и я не знаю, как, думали, что так и пойдет. Ну да, то что сейчас поставят на поток, это невозможно в нашем чемпионате. Уже, ставить, я думаю, что вот, уже нет. Ставить чемпионство на поток, это невозможно. Как это было 90-го Спартака, наверное, уже нет. Да, 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 как да, сейчас в Европе. Если честно. В Европе, ну как, ну не скажите. Сейчас в Европе, ну Ювентус, сколько? Как, 8 лет подряд Ювентус становится. А, ну может быть. Нет, ну Франция меняется. В Англии меняется. В Англии меняется, да. Ну, в Испании тоже на самом деле меняется. Там и Атлетико был недавно совсем, и Реал. Не, ну как, и Атлетико тоже был чемпионом. Бавария, вот уже, наверное, тоже лет. Нет, ну вот просто, может быть, действительно какие-то завышенные требования потом после чемпионства. И неврастения руководства. Вечное неврастение руководства. Возможно, хоть да. Федуна говорит, что он все время успокаивает. Ну, давайте я в защиту Федуна скажу еще. Вот его все ругают, а действительно Федун. Федун, он же... Ты точно не на зарплате у Федуна? Нет, я все, точно. Все, чтобы мы понимали, где ты почему ты становишься логотипом его защиты. Известной фирмы. Нет, ты понимаешь, я стану почему на защиту? Потому что Спартак один из немногих частных клубов российской. Поэтому живет на деньги Федуна. Может так честно? Понятно, да, да, понятно, да. Более просто. Он живет на деньги Федуна. Федун построил стадион. Сколько у Спартака в жизни никогда не было своего стадиона. Да. Построил стадион, вкладывает деньги, создал команду. Да, можно ругать его, не ругать, что меняет тренеров, но это его видение, понимаешь? Но... Хорошо. ЦСКА частный клуб? Частный. Конечно. Гинер построил стадион? Построил. Ну, это не тот немножко. Как это не тот? Гинер заложил акции в банк, а это Федун построил на свои деньги. Ну, а в чем? Ну, Гинер, он, как тебе сказать, он менеджер больше, а не владелец такой финансовый. Он больше распоряжается. Ну, клубом, да. Хорошо. Ты сейчас его... Деньгами, которые вливаются в клуб. То есть он, в принципе, молодец, потому что Спартак сейчас находится в таком достаточно положении, что и деньги есть, и стадион есть, и база хорошая. Да, большая группа болельщиков есть. Ну, и я думаю, что это, конечно, как их претензии можно предъявить? Он может хоть каждый месяц менять, да? Вот так вот. Ну, ты знаешь... каждый месяц. Ну, это все-таки не та отрасль производства. Да. Отступные, как все-таки быть? Для болельщиков. Я понимаю, нет, я говорю, ну, может, бросить да, камень его в него тоже, знаешь, как, ну, единственное, что удивительно, что, в принципе, по статистике, тот тренер, который становился чемпионом, да, с командой, он, как минимум, еще два сезона полноценных проводил. Здесь, получается, Спартак стал чемпионом, на следующий сезон команда не стала чемпионом, а уже в этом сезоне... Третье место заняли. Да, а уже в этом сезоне команда, получается, уже без главного тренера. Но все-таки не десятые. Ну, да. Третье место, не могли второе занять, если бы не последнее. Представьте, на минуточку, вот представьте, что Спартак сейчас... относится к обществу «Спартак», добровольному спортивному обществу «Спартак», и у него нет ни стадиона, нет ни финансовых вливаний таких, понимаешь? Вот что лучше, что болельщики выберут? Федуна, либо вот это вот отношение, как вот «Динамо» сейчас мучается с этим добровольным обществом «Динамо», стало бы частным, был бы владелец там какой-нибудь... Я думаю, что болельщики хотят увидеть логику в решении. Болельщики всегда хотят, да, чтобы команда была... Можно попробовать легко, ну или нелегко, по крайней мере, я могу привести несколько доводов к тому, что все-таки оставка карьеры, ну, неверна, на мой взгляд. Потому что я испытал чувство огромной досады, когда услышал эту новость. Даже не болельщик. Как болельщик ЦСКА. Не потому, что у Спартака результаты, хотя они отстают только на очко от армейцев. Да, тоже так вот. Многие говорили, что Каррера – это сильный мотиватор, да, но в последнее время брешь его решение с тем же самым, да, там, выпуском составом, с тем, что команда не может забить игры, хотя в этой игре они забили два мяча как раз-таки с игры, уже вроде что-то начало получаться, но не тут-то было. И с тем же самым Вильяреалом не хватило в концовке, да, терпения и там сил где-то, эмоций. С Енисеем была вот победа долгожданная у спартаковцев выездная. И, соответственно, здесь Павел, вот поражение. На мой взгляд, тут вот все-таки к отставке привело такое стечение обстоятельств. Так, во-первых, выбыл основной наш защитник Жига, что, собственно, поломал всю схему игры. Да? Это вот, мы когда с ним играли, Спартак пропускал меньше всех. Да. Все, он выбывает. С Жиги, да, он играл? Да, да. Кирилл, а конфликт со стражилами команды? Мы не знаем причину этого. Отсутствие поддержки от руководства. Понимаешь, если ты веришь в тренера, то надо как-то это оглашать либо через СМИ, либо лично. Лучше через СМИ. Поддержки тренера не было.
А подстава и, была и то, что лучше. И он остался один на один. Да, он остался один на один с проблемным клубом, да. С большим количеством молодежи, да. И с неудачными трансферами, которые были проведены. Потому что фактически не тот же Пашалич, не тот же кто там, Петкович у нас, не нападающий, никто не заиграли. Вот, реального усиления он не получил, а спрос был как на первое место. Естественно. А главная друзья, подстава, что Промеса отдали альтернативную затяву, замену не нашли. Ребята, извините, это же вот это в защиту, наверное, Кареры. Фидун же тоже понимал, что он отдает лучшего игрока чемпионата, возможно, Промеса, да? Ну, так и такого индивидуального игрока не найти в другом любом Хорошо, клубе. Хорошо, я знаю, да. ЦСКА отдавал и Вагнера Лавы, и Думбия, и кого только не отдавал, Еремин. Они находили достойные замены. Давайте вот какую историю я спрошу. Сейчас идет волна обсуждений. Кто будет следующим тренером «Спартака»? Кто встанет, не знаю, на, взойдет на Голгофу? На Голгофу, да. Иностранец или русский? Вот. И кто это будет? Илья, тебе вопрос. Ну, я прочитал, не помню сейчас на каком ресурсе. Тренеры ЦСКА. Газаев. Никогда не играл за ЦСКА. Слуцкий никогда не играл за ЦСКА. Гончаренко никогда не играл за ЦСКА. Так. Но команда добивает своих результатов. Бесков никогда не играл там, за ЦСКА. По три раза выигрывает чемпионство, кубки, суперкубки и так далее. У «Спартака» немножко другая история. Они почему-то... Да, есть какая-то такая, не знаю, мания, или не знаю, как это правильное слово подобрать, что «Спартак» должен тренировать... Кто-то из бывших, ты например, спартаковцев, Шалимов, Юран, Тихонов и т.д. и т.п. Вот. Ну, а что поделаешь, если их много? Посмотри, какая плеяда из «Спартака» того «Золотого поколения» вышла в тренеры. Парфенов, я не знаю, да? Все кто угодно. Ну, смотри, это тренеры. Сейчас уже отставки пошли, да, но все равно, не знаю, ну, штук 7-8 можно насчитать, которые уже даже в премьер-лиге поработали. Из «Золотого состава» «Спартака» 90. Ну, даже Бушманова я сейчас могу вспомнить. Да, а... Что будет, я тебе скажу. Так, внимание, сейчас, да, значит, внимание. Дорогие друзья, в прямом эфире Кирилл, инсайдерская информация. Прям вот только-только что, поверьте, я следил за его манипуляциями рук. Нобеля и вот только что поступила информация. Кто будет следующим тренером «Спартака»? Следующим тренером «Спартака», друзья мои, ну, по поводу инсайда Олег шутит, будет, вспоминая историю славную трехлетней давности, мы будем болеть, друзья мои, за Рауля Реонча, который сейчас является исполняющим обязанности тренера, при котором «Спартак» каждый как 3 года при Карере, когда была отставка Оленичева, заиграет супер и выиграет чемпионский титул. Потому что «Спартак» это уже однажды делал. Все понятно. Ему по силам это сделать еще раз. Интересно, меняем дальше, можно пасти. Ну что ж, ну, наверное, в общем-то, о «Спартаке» и поговорили. После такого высказывания. Ну, действительно, «Спартак», как говорится, точно уж не команда, одна из самых обсуждаемых, за которой следят не только ее болельщики, но и все те, кто порой не считает эту команду близко к сердцу. Вы зря смеетесь, ребята. Карреру туда тоже оставляли как временно исполняющего обязанности. И здесь сейчас, и человек выиграл чемпионат. Этот год доиграет вот этот. И этот Гуанчи тоже, и он выиграл чемпионат. В одну реку дважды не входит. Можно вот вопрос? Это уже немножко другая река. Я, Олег, тебе, если ты позволишь. А как можно какому-то именитому российскому тренеру пойти в «Спартак», если вообще непонятно, чего руководство от тренера хочет? Если честно, руководство «Спартака»... За деньги. Она «Спартака» либо хочет добиваться результата, да. Тогда непонятная трансферная политика, непонятно то, что сейчас какие перетрубации с составом каждый матч. А если команда готовит молодежь, и какая-то идет переформатирование команды, как у армейцев, тогда непонятно, почему не дают время, чтобы коллектив состояться, как в том же ЦСКА это происходит. Слуцкий! 3 года шел в ЦСКА, уже учитывая, какие традиции уже были у ЦСКА. Кубок УЕФА, чемпионство, лучшая там команда и так далее. И то Слуцкому в ЦСКА дали 3 года, прежде чем он привел армейцев. Олег, а ты же помнишь, сколько было периодов, чуть ли не по полгода, когда у армейцев ни игры, ни результатов. Не трансфер. Леня, уходи. Не никакие ничьи. И все равно Леня, уходи, были достаточно тихими призывами. Все были... уверены, что он доиграет. Евгений сезон, Воронин все время очень громко голос его звучал на трибуне и на нашей передаче в пользу по поводу отставки Леонида Слуцкого. А, да. Вот так вот.
Нетерпеливый человек. Но теперь он может быть в Спартаке. Да, ну что ж, давайте, у нас еще много игр, которые тоже хотелось бы обсудить. И следующая игра. Центральный матч тура. Матч, который всегда вызывает у болельщиков нервный тик и напряжение. И игра этих команд всегда заканчивалась какими-либо порой потусторонними футбольными историями. Динамо Москва. «Зенит». Сергей, ты не угадал. Итак, «Динамо», «Зенит» 1-0. Команда, которая находится на первом месте. И «Динамо» до этой победы у нас, по-моему, была на 14-м месте. Да, сделали свое дело тихо, спокойно, уверенно. И пришла пора, Сергей, поговорить о «Динамо». Поздравляю и тебя, и всех болельщиков «Динамо». Спасибо. Да вообще, что произошло-то? Это чудо, сказка. Или, ну, вообще, не знаю, игра мечты сбываются, но у «Газпрома» в этот раз не сбылись. Не сбылись, потому что ты прав. Потому что, если вспомнить историю, то два матча вообще не доигрались, да, там. Да, я помню эти матчи. Техническое поражение, да, «Зениту». И поэтому всегда «Динамо» готовится к «Зениту», как, я не знаю, ни к какому другому лучше, клубу. Лучше, чем к ЦСКА. Это раз, но есть еще и предисловие к этому матчу. Там своя история. Потому что там удаление. И в «Динамо» тоже какие пошли слухи, что в случае поражения могут и Дмитрия Хохлова в отставку отправить. И поэтому решили, значит, игроки биться до последнего. Вот то, что вот игроки не бились за Кареру, только что мы обсуждали, почему-то непонятно, если они так его любят, то здесь было видно, что игроки, ты видел, когда матч закончился, как они побежали, да, побежали к скамейке, Хохлом, обниматься с Хохловым. То есть видно было, что они за него играли и бились до последнего. Тем более Хохлов в конце матча сказал, что были трудности, у нас много травм тоже, не играет тот же Марков, Рыков, вышли, три человека вышли с травмами играть, вот, и поэтому интересно Хохлов сделал, я увидел когда состав, вот Кирилл тоже про «Спартак» сказал, состав удивил, меня удивил динамовский состав, потому что вышел крайнего защитника играть полузащитник Соснин, и другой крайний полузащитник, помнишь, скажи. Да. У нас Додонов? Нет, кто у нас в голову зайдет? Черных. Черных вышел, да, в нападение играть, центрального нападающего, а Луценко остался в запасе. То есть интересно, думаю, как же они будут против «Зенита». Ну, видите, задумка тренера дала результат. Это примерно то же самое, как ЦСКА с «Реалом». Вот мне лично кажется, может что быть, этот может матч быть, да. «Динамо-Зенит» «Динамо» выиграло вот по той же причине, что и ЦСКА «Реал». Да, похоже, согласен с тобой, согласен. И плюс самоотдача. Действительно, мы видели, что уже в дополнительное время, как вытащил Шунин мячик из-под перекладины. На 92-й минуте. Перед днем рождения Льва Ивановича Яшина, да, было, конечно, ему позорно пропускать. Хотел сыграть на ноль. Вот, и поэтому очень рад. Ну, Сереж, это всплеск? Или ты все-таки уверен или надеешься, что вот «Динамо»-то пойдет поступательно? Я надеюсь. Ты понимаешь, я Хохлов. Хохлов очень умный тренер. Ты видишь, он ищет. Я не думал, ну, поставил бы он там, ну, как нормальный тренер, поставил бы просто нападающего. У нас один остался нападающий. Ну, ты его поставь. Потому что Луценко-то он вышел в конце играть. И неплохо сыграл, кстати, последние минуты. Ну, видишь, у него была какая-то своя задумка. Которая сработала. У вас была какая-то задумка перед стартом? Да, да. И мы ее выполнили. У меня была, и мы ее выполнили. Ну, отношения, действительно, вот видишь, я думаю, что и игроки показали, что... Понимаешь, вот сам матч, кто смотрел, видно было, что действительно игроки «Зенита», они по мастеровите, да? То есть они лучше обращались с мячом, у них более точные пасы были. Они а то, что в меньшинстве играли? По статистике, ну, в меньшинстве они... А да, Иванович как сыграл, да, крайний Иванович защитник. Просто супер, самый лучший игрок, да, мне больше всего понравился Иванович у «Зенита». Ну, не зря же «Барселон» зовут его. Да, и... Да ладно. По владению мячом они чуть-чуть даже опережали «Динамо», то есть «Динамовцы», может быть, отдавали мяч им специально. Вот, ну, видишь, «Зенит» как-то вот не пошла у них игра, вот это тем более удаление глупое. Потом травма, опять же, Кузяева.
Вот, потому что некоторые тут начали писать, что игроки, возможно, на передаче даже было по телевидению, что игроки, возможно, устали после матча сборной. Но я посмотрел, а последний матч играл кто в сборной? Дзюба. Дзюба и Кузяев, наверное, сыграли. Да, Кузяев. Два игрока играли. Да. А у Динамо, в принципе, тоже играл. Нет, ну играли, имеется в виду, в российской сборной. Да, в российской. А остальные-то тоже играли. Здрасте. Ну, у Динамо тоже... Нет, ну я ушел, извините, больше кроме Дзюбы никто не играл в сборной. Шунич за Боснию играл два матча, отыграл. Рауш сыграл и сборной. Ну, да. Шунин хоть и в запасе просидел, но он же и летал тоже. В принципе, там взять молодежь играла тоже в молодежной сборной. Не знаю, не знаю. Я поэтому не скажу, что там... Я понимаю, там весь состав «Зенита» играл в сборной, приехали такие уставшие. То, что ты доволен результатом, это понятно. Мне обидно, что этим результатом не воспользовались другие команды. Понимаешь, я ждал, думаю, сейчас интрига начнется. Как ЦСКА, «Локомотив» воспользовались. Те, кто мог... Те, кто поближе продвинулся. Да, вот это с правой стороны. Краснодар и «Спартак» могли до минимума сократить разрыв, понимаешь? И это была бы какая-то уже интрига, интерес. А получается, что приблизился только «Локомотив» ЦСКА в группе лидеров. И все. А разрыв, достаточно. А разрыв как был 6 очков, так и остался. Я думаю, вот, друзья меня поддержат. Абсолютно достаточно. Ну, я понимаю, друзья-то да. Достаточно. Так что мне очень приятно было. Я два дня радовался после этой победы. Ну, поздравляю. Не могу успокоиться. Поздравляю. Ну, единственное, что понятно теперь, чтобы это не было таким матчем выскочкой, надо и дальше играть. Переходим к следующему матчу. Локомотив Ростов. Ростов не подарок точно, абсолютно не для одной команды, а то, что Локомотиву удалось, и на мой взгляд, они это сделали, ну, не скажу, что не напрягаясь, но, по крайней мере, они это сделали очень красиво, элегантно и в стиле паровоза. Миранчук, да, забил, да. Было принято решение, да. В туре самый красивый мяч, да, 11-го тура, а Владислав Игнатьев отметил в этой комбинации мальчика, который подавал мячи, потому что он сделал это молниеносно быстро, и пока защитники Ростова только примерно понимали, что перебирали мяч... с левого берега Дона на правый берег Дона. Уже был выброшен аут, а Миранчук красиво... От мальчика, кстати, много зависит. В одно... Я серьезно. Да. Да. Касание... Да, были даже случаи, если мы помним, да, в Англии, когда был бой, чуть ли футболисты не стали избивать, чтобы этот мяч вырвать в последние там минуты компенсированные. Ну, это такой, скажем так, момент околофутбольный, прям, ну, даже не околофутбольный, футбольный, которого тоже много что зависит. ЦСКА проиграл Ростову, Спартак проиграл Ростову. Да. Локомотив победил. Локомотив победил, и более того, в этой игре... в этой игре мне все напомнило те, скажем так, моменты, которые были у Локомотива в предыдущем сезоне, включая того же Соломона Кверквелия, да, который забил победный гол. Он тоже в ключевых моментах забивал в предыдущем сезоне. И Миранчуки в этом, в этом матче... Не то, что на футбольном поле, мне кажется... На улице его где-нибудь встретишь, будет страшно, сложно, да. Страшно, ну, вот. Мало не покажется. Есть, ну вообще из истории, да, у Локомотива всегда у Юрия Павловича был такой грузинчик, скажем так, ответственный, Малхас Садианис, понимаем, да, то же самое Шветия, да, вот здесь вот Кверквелия. Мне очень понравилась игра, в принципе, эта атмосфера, я надеюсь, передастся и завтра на трибуну, и вообще... на всю чашу стадиона. Об этом мы поговорим. Что касается Ростова, команда на самом деле впечатляет. Как играет она при Карпине, это великолепно. Мне, к сожалению, там должен был товарищ, был, соответственно, тоже играть, но не получилось. Но, тем не менее, мне кажется... Не смог прилететь в Москву. Не получилось. Ну да. Ростов, получается, та команда, которая сейчас, в принципе, прыгает выше той нормы, за которую мы привыкли ее видеть. Да? Когда, конечно, команда была при там, руководстве Бердыева, еще играла в Лиге чемпионов, это, конечно, вообще совсем другая история. Но, в принципе, Ростов всегда был таким неким середняком, да? Командой, которая, в принципе, дома играет достойно, на выезде. Ростов обыгрывал кого? Ростов мог чемпионом стать, вспомни. Как его? Второе место. Кого там? Баварию? 3-2, да. 3-2 обыграл. Да, да. Но это как раз таки при временах Бердыева. Если бы Акинфеев, они бы стали чемпионами. Да, да. Вот. А что здесь еще по матчу можно заметить, что, в принципе, у Локомотива тоже радует, что, скажем так, основная обойма
идет от самого начала, как и в прошлом сезоне, до самого конца. Нету там травмированных, единственное, за исключением Федора Смолова, но он уже восстанавливается, да, к матчам. Вот. А нужен сейчас Локомотиву вот, Смолов? И вот в этом-то и вопрос, Олег. Когда ты наблюдаешь за игрой Смолова там в том же самом Краснодаре, и когда человек реально в своей команде, и игра идет через него и на него, это один футболист. Когда Смолов пытается что-то сделать в Локомотиве, это видно, что ну, пока нет такого взаимопонимания. Потому что когда Смолов играл, Локомотив очки не набирал. Нет. А сейчас его нету? Нет, Смолов ну, забивал. Хорошо, но там была Санжи игра, да. Там была Санжи игра. Санжи, да. Смолов, конечно, помог вот. А здесь, откровенно говоря, пока не видно Смолова, каким образом он будет, скажем так, основным нападающим, да, вот, как, который вот есть, как, я не знаю, у ЦСКА в свое время, там, Вагнер-Лав, да, как вот в Спартаке тот же самый Зелуиш, да, ну, как бы наконечник, копья такой серьезный, который забивает из практически матча в матч. Смолову нужно, наверное, больше тренироваться и как-то взаимопонимание с партнерами искать. Пока нет так, того нападения, которое бы хотелось видеть в Локомотиве. И кстати принципе... говоря, Юрий Павлович Семин уже там некоторые предлагают, ну, считать не только команду, как сколько пробежал, да, но и Юрий Павлович Семин сколько пробежал, да, потому что он... Крайне вот, такой, он за 70 человек. За 70, Олег, выиграет, Олег, да, я хотел отметить, в принципе, все, с кем общаюсь по этому поводу, тоже, в принципе, за мое мнение, что я считаю, было неправильным решением руководства клуба отдавать Ари с русским паспортом, который, в принципе, тоже достойно смотрится на данный момент в Краснодаре. Он в аренде? Забивает. Он нет, он уже полноценный игрок Краснодара, и на его место, получается, подписывают Смолова, да, который... И стоит дороже, и зарплата выше, и много всяких разных пунктов. Ари достойно был футболист, нападающий, который тоже принес немало пользы. Главное, что он, не знаю, по крайней мере, близко не общается с Кокориным и Мамаевым. Основные игроки Локомотива — это Тарасов и Ротенберг. Вот их берегите, да. Тарасов и Ротенберг. Ротенберг много в каких командах главную роль играет. Главную роль играет, да. Не зря там Локомотив. Ну что ж, Локомотив и всех болельщиков поздравляем. Да. Они уже на четвертом месте. Турнирную таблицу мы сейчас посмотрим. Ну а пока давайте немножко поговорим о ЦСКА, потому что команда сыграла на выезде с Анжи. Счет 0-2, но, в принципе, если кто смотрел эту игру из болельщиков ЦСКА или просто зацепился, как говорится, глазами, да, то я не скажу, что ЦСКА победил Анжи, который сейчас, скорее всего, там распадается и так далее, что вот прям вот победил абсолютно уверенно. По мне так победили достаточно уверенно. Почему? Ну, потому что, Олег, если бы тебе... 5 месяцев не платили бы зарплату, да, и как ты бы конкурировал с теми, кому эту зарплату платят? Ну, у нас уже после 2 месяцев вообще-то прокурорский надзор, если 2 месяца не платит зарплату. Ну, во-первых, это все-таки Республика Дагестан. Да. Ну и что? А где мы? Это не территория России? Территория России, но там есть свои законы, свои понятия. Понимаешь, там было какое-то очередное чествование вот Хабиба Нурмагомедова, да, который за 3 дня успел посетить раздевалку ЦСКА, поручкаться с Влашичем, поручкаться со всей командой Анжи, потом пойти на Спартак перефоткаться со всеми. В общем, какая-то президентская кампания. Болельщики пишут, все команды практически проиграли. Он приехал, Анжи проиграл, Спартак проиграл, ЦСКА проиграл. ЦСКА проиграл. Не, ну гол-то не засчитали, все правильно. ЦСКА кто-то... Вот, видимо, ничья должна была произойти. Да. ЦСКА, он больше приехал в Дагестан. ЦСКА, кстати, первый матч, вот на мой взгляд, первый матч, мне показалось, что армейцы сыграли в энергосберегающем режиме. Вот первый матч. Энергосбыт, короче, да. Давайте, ну, я, честно говоря, не знаю, что мы могли бы обсудить по этому матчу, потому что, как ты говоришь, ЦСКА достаточно спокойно победил. Ну, Олег, давайте лучше мы посмотрим сейчас турнирную таблицу, а потом перейдем уже к более интересным матчам, которые нас ждут впереди. Итак, «Зенит» остается на первом месте, и отрыв его от второй и третьей команды остался, да, все-таки... Ну, 6-7. Не так остался, ЦСКА-то приблизился. Нет, я говорю, отрыв от Краснодара. От Краснодара ближайшего, да, согласен. 25-19. А дальше идет целая такая череда. Локомотив, Ростов, Рубин, Спартак, которые по 18 очков набрали. И любая победа, и они уже на втором месте. Ну и нижняя часть турнирной таблицы. «Динамо» одержало победу, поднялись всего лишь там на 3 очка. И на 3 очка, и на 3 места. Но, тем не менее, все равно пока еще ситуация достаточно
сложная для «Динамо». Ну, тревожная. И Анжи, и Енисей. Анжи, говорят, ни сегодня, ни завтра может сняться с чемпионата. Ну, а Енисей, мне кажется... Верят Тихону. Енисей поглощает, что там, Оленич. Своя же собственная, Оленич. Да, своя же собственная пучина. Друзья, буквально через час уже начнется матч между Ромой и ЦСКА в Лиге Чемпионов. Давайте напомним расписание этих матчей, которые будут и сегодня, и завтра. И да, напомним, что сегодня ЦСКА играет с Ромой, ну а Локомотив 24-го играет с Порту. Да, вот у нас есть табличка, чтобы мы еще и визуально все это увидели, чтобы понимать. Илья. Да, Олег. Мне кажется, против Ромы дома у нет ЦСКА приема. Нет шансов. Против Ромы нет приема. Ну, очевидно, что шансы есть. Если хорошие. Нет другого Ромы. Так, расскажи. Ну, просто Рома известная своим атакующим стилем. Одна из немногих атакующих итальянских команд еще во времена, когда итальянский чемпионат был достаточно скучный, на мой взгляд. Самый скучный из топовых чемпионатов. Илья, ну правда, что у них нету Тотти, поэтому есть шансы? Во-первых, нету Тотти. И Оленичу нет. Тоже Рома попала под какой-то... Вообще группа у ЦСКА, такая группа формирующихся команд. Группа смерти. Группа смерти, группа формирующихся команд. Абсолютно все команды новые относительно в этом году. И у ЦСКА достаточно простая повестка дня на этот матч. Сыграть так же плотно, так же организованно, как матч с Реалом. И я в полной уверенности, что армейцы наберут очки. А кто-нибудь видел ролик Рома ЦСКА? Нет. Ну там вылетает этот, значит, логотип Рома, и потом пошли фотографии. Там Роман Широков, Рома Широков, Рома там Зобнин, Рома там Бабаев. И так красиво ЦСКА сделал вот этот ролик, посвященный матчу. Какие же еще у нас ромы? Там, ну, понятно, там несколько ром вспоминали. Ну, это интересно. Кирилл. Ну, я мне просто хотелось бы у тебя узнать. Каких ром, да, ты еще знаешь. Я понимаю, что ты можешь не верить в чудо ЦСКА и где-то в глубине души. Просто на твой взгляд, а что ЦСКА может противопоставить Роме в Риме? Мне этот матч глубоко безразличен, Олег. Я лягу спать. Вот, да. Все. Это я по матчу все. Хорошо, раз по матчу все. Да. Я думаю, что вот мы обсуждали перед программой, что основная проблема, я думаю, у ЦСКА это будет вратарская проблема. Потому что, ну как, я не знаю, как, в какой форме Помазон находится там сейчас. Он тем более после травмы, да, кажется. Да. Вот. Я не видел в игре, как он выглядит. Вот. Я думаю, что оборонный... большинство не видело. А не родственник Помазуна? Был у нас Помазун вратарь, нет? Такой. Почему? Я не знаю. Ну, но молодой совсем парень. Совсем молодой. Ну, Помазун, ну как, он относительно молодой. Он за «Спартак» играл Помазун, вратарь был. Известный. Фамилия-то известная. Это, да, не родственник. Дело-то известное. Так же, как и Ротенберг. Ну да. Но у Ромы есть, конечно, суперфорвард Эдин Джека, да, который, в принципе, забивает. Джека был суперфорвардом 10 лет назад, еще в этом, какого, Вердере или где он там да, был? Да, Манчестер Сити. Нет, не Манчестер, он, по-моему, в Вердере, если мне память он не изменяет. Из Германии, да. Слушай, Олег, он был Джека, ну, и мы обсудим второй, этот момент после игры. Мне, если там ребята с левого Манджукич, по-моему, фланга смотреть игру не будут, хотя, Сереж, ты, наверное, будешь, да, смотреть? Нет, я-то буду. Вот, да нет, все нормальные люди будут смотреть этот футбол, ну, шансов откровенно мало, Алекс, я с тобой согласен. И ЦСКА, тем более, без основного голкипера, это крайне сложно. Хорошо. Еще плюс ко всему, достаточно с легким сердцем команда выходит на этот матч, потому что она может спокойно эту игру проиграть, и все равно в турнир, с турнирной точки зрения, шансы армейцев сильно не падают. То есть команда играет легко. Не забываем про Реал Мадрид, который хворает, и с шести матчей последних практически... То есть он сегодня может... Пять проиграл. Виктория Пельзень. А чем черт не шутит, Олег? Кстати, сегодня могут снять главного тренера Реала, да. Назначить... Не, ну сегодня будет разнос. Спартак. Мусаковский? А, Карреру туда. Да. Кстати, можно я еще вот что-то вспомнилось по поводу Локомотива? Не кажется ли вам, что Локомотив — это такое зеркало развития событий в Спартаке?
О, как! И пауза повисла. Нет, потому что там руководство терпеливее. Не в том плане, да, что Локомотив также невзрачно начал чемпионат, и, но все-таки получил Юрий Семин какой-то карт-бланш. Да. Ну, потому что команда в Лиге чемпионов, да. А хотя слухи ходили же, да? Команда игра выравнивается. Нет, друзья мои, вот давайте запомним эту минуту. Вспомните, Спартак стал чемпионом. На следующий тур там не смог, ну, на следующий год, да, не стал чемпионом, занял третье место, не попал в Лигу чемпионов, карьеру сняли. Хочется. Сейчас Локомотив стал чемпионом, в этом году, скорее всего, будет там второе, третье место, а на следующий год Семина снимают. Слушай, ну, я тебе могу сказать, что у Семина Юрия Павловича до конца этого сезона вообще контракт. Его продлили в прошлом году перед матчем чемпионским «Зенитом». Там 1+1 у него. 1+1, да. Ну, вот этот плюс один. Плюс могут, не могут, да, там все равно. Да, соответственно, основной один, да, год. А там, как оно будет, в зависимости от того, как команда финиширует. Конечно, может получиться история зеркальная со «Спартаком». Не хотелось бы, конечно, но... Пока, мне кажется, команда идет немножечко лучше, чем «Спартак» именно тенденция после чемпионского сезона. Тенденция «Локомотива» прослеживается. Согласен. Друзья мои, Лига Европы. Давайте посмотрим, какие команды у нас играют и представлены. «Зенит» дома играет с французским «Бордо». «Рейнджерс» шотландский дома принимает «Спартак». И «Стандарт» бельгийский принимает у себя дома «Краснодар». Илья, что ты думаешь, по «Спартаку» будешь смотреть матч «Рейнджерс-Спартак»? Обязательно, я смотрю все матчи «Спартака». Спасибо. Кирилл, что нам ждать? Матч начинается в 11 часов вечера. Ради чего мы не должны лечь спать до 11 часов? А ты ложишься до 11 часов? Да, я полагаю, Глушаков выйдет в основе, на это будет интересно посмотреть. Так. Я думаю, «Спартак» не проиграет, мне кажется. У меня какое-то мнение о «Рейнджерс», честно говоря, не очень высокое мнение об этой команде. Так, справедливо невысокое, как они с «Уфой» играли. Да, да. И мне кажется, мы очки там наберем. Даже после смены тренера команда как... Заиграет, да. Забежит. И начнется с этого матча насчет восхождения «Спартака», и пойдет, «Спартак» на вершину, пойдет. На вершину в этом сезоне. Да. В этом сезоне. Ну что ж, друзья мои, 5 матчей. Давайте быстренько, остается буквально 2 минутки. Сергей, 5 матчей. Букмекерскую контору открываем, нашу свою любимую. 5 матчей, сколько побед, сколько поражений, сколько ничьих. Рома, ЦСКА, Локомотив. Я поехали. Думаю, знаешь, это будет удачный для нас тур. Я думаю, и шансы есть у всех. И думаю, что где-то 4 клуба пройдут дальше из 5. Угу. Пройдут куда дальше? Четвертый тур. Ну, в смысле? Четвертый тур, это хорошо куда сказано. А овертаймы будут все? Ну, положительный результат будет. Понятно, положительный результат. Кирилл? Я думаю, вот, не знаю, мне кажется, Краснодару придется сложно со «Стандартом». Угу. Вот есть у меня такое ощущение, что им будет не очень легко. Потому что команда немножко как-то замандражировала про Краснодар, не про «Стандарт». Вот, а у остальных команд действительно хорошие шансы... Выиграть, не выиграть, нет, но очки возьмут, мне кажется. Хорошо, поехали. У Краснодара все будет хорошо со «Стандартов», матчи со «Стандартом». Значит, Лига чемпионов будет 2 ничьи. А в Лиге Европы, скорее всего, будет 3 победы российских команд. Но я, честно говоря, в первый раз за последние годы хочу, чтобы «Спартак» проиграл. Вот так. Это мы вырежем в завтрашнем повторе, мы это обязательно вырежем. Поехали. Да, в Лиге чемпионов, на мой взгляд, будет 1 победа. У российских команд. И, скорее всего, это будет победа домашнего «Локомотива», да? А в матче Лиги Европы будут 2 победы наших команд. «Зенита», «Спартака» или «Краснодара». Ясно. Ну что ж, друзья мои, а я скажу так. «Рома», «ЦСКА» ничья. «Локомотив», «Порту» ничья. «Зенит», «Бордо» «Зенит» победит. «Рейнджерс», «Спартак» ничья. И «Стандарт», «Краснодар» «Стандарт» победит. Это был человек, который не угадал ни один результат. Короче, друзья, сейчас вспоминаем. Все, друзья мои, 1 минута. Давайте, по крайней мере, у нас следующие выходные тоже футбольные. «Динамо» играет кубковый матч. 12-й тур. И посмотрим, кто у нас с кем встречается. Итак, «Урал-Уфа», «Арсенал-Оренбург», «Ростов-Анжи», «Енисей-Локомотив»,
Ахмат Динамо, ЦСКА Краснодар, Крылья Советов Зенит и Рубин Спартак. Ну, я думаю, что... Хороший тур. Да, хороший тур. И, ну, и центральный матч этого тура, скорее всего, все-таки ЦСКА Краснодар. Конечно. Согласитесь? Да, конечно. Следующий вторник встречаемся на телеканале «Видное ТВ» в 20:20. Обсуждаем Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионат России. Болеем за своих. Пока. Всего доброго. До свидания.